Хэллоуин в Лигодроме отметили вместе с друзьями. Родители и дети играли в веселые старты, наряжались в привидения. Праздник получился веселым и совсем не страшным. Я сейчас пришла в костюме ведьмочки с кулоном. Вот. И еще у меня есть шляпа ведьмы с волосами. Черными. Мы будем считать, наверное, сам момент, да, открытия Лего-центра. С лета мы ходили, когда вот каникулы были, когда в садик не ходили. И решили сегодня прийти на праздник Хэллоуин. В Лего-дроме есть игровая зона, детский лабиринт. Инструкторы проводят мастер-классы по робототехнике, съемке Лего-мультфильмов, рисованию 3D-ручкой. Но самое главное, Лего-дром – это огромные вселенные Лего, побывать в которой мечтает каждый ребенок. В музее можно увидеть замки, динозавров, корабли из конструктора. Здесь можно играть и собирать свои игрушки. Они найдут себе новых друзей, они познакомятся, они возьмут конструктор, они его пособирают по инструкции. Также можно посмотреть в свободной зоне без инструкции. Они собирают, и родителям нравится то, что ребенок начинает развиваться. Они покупают конструктор и говорят, он начал собирать уже сам. В Лего-дроме действуют разные акции. На посещение игровой комнаты в будни с 14 до 17 часов скидка 50%. Здесь можно отметить день рождения. Программу подготовят специально, которая подходит для возраста ребенка. Уже сейчас в продаже есть билеты на новогодние елки. Работает Лего-дром с 9 до 21 часа по адресу улица Новоселов, дом 62, торговый центр Европа. Телефон 99 88 05. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».